следующим выйдет на сцену лицо проекта настоящий кавказский мужчина Эрнест Нерсисян. Встречайте! Пожелтела вся листва, проливным дождем все смыло, а твои любви слова обещала так России, вечной верности клялась. Только что-то вдруг случило, и любовь оборвалась. Пустые ушла поверь, я не заплачу, и снова возвращаюсь тебя назад. Желаю от души тебе удачи, будь счастлива, я буду только рад. Пусть ты ушла, поверь, я не заплачу, и стану возвращать тебя назад. Желаю от души тебе удачи, будь счастлива, я буду только рад. Может, просто и погода теребит меня с утра, или это время года для уныния мора. А быть может, я скучаю по моим большим глазам, и душа не стасковалась по безумным словам. Пусть ты не ушла, поверь, я не заплачу, и снова возвращаюсь тебя назад. Желаю от души тебе удачи, будь счастлива, я буду только рад. Пусть ты ушла, поверь, я не заплачу, и стану возвращать тебя назад. Желаю от души тебе удачи, будь счастлива, я буду только рад. Великий армянский инструмент в руку. Надо сердце дай душу, а огонь мы ночи светится, а чужую ты пошел, а листву забружит ветер, унося с собой вдаль. Мне тихонько как напомнит, что любовью жаль. Пусть ты ушла, я не заплачу, и стану возвращать тебя назад. Желаю от души тебе удачи, будь счастлива, я буду только рад. Пусть ты ушла, я не заплачу, и снова возвращать тебя назад. Желаю от души тебе удачи, будь счастлива, я буду только рад. Будь счастлива, я буду только рад. Спасибо, спасибо. Эрнест Нерсисян для вас. Эрнест, не уходите, пожалуйста. И мы хотим, конечно же, позвать на эту сцену вас, Витя Диане. Thank you.
Аллочка, ну вы что? А еще раз. Вот он, вот проект. Он. Анатолий Могилевский. Они все знают. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что ребята заслужили. Действительно замечательные голоса, прекрасно поете. Ну и дай Бог, чтобы ваше творчество процветало, чтобы вам помогал Бог, и чтобы все люди, которые вас слушают, получали только большое удовольствие от вас. Центральным персонажем Вита Диани. Автор поэт-песни Вита Диани. О, цветы пошли в студию. Хорошее конечно, начало вечера. И, конечно же, звание маэстро шансона. Точка из твоих рук, дорогой, да? Вита Диани. Эдуард Евсесян. Лава, у меня терзают смутные сомнения.